Чтобы первый раз войти в свой аккаунт, необходимо загрузить браузер. Рекомендуется браузер Google Chrome, потому что он совместим с Google Apps. И в строке адресной набрать название нашего сайта. Точка четырка точка и войти в школьную почту, нажав на почтальона Печкина. Здесь появляется предложение ввести свою учетную запись. Причем вторая часть, адрес электронной почты собака4.ру, уже здесь введена. И поскольку это мой персональный компьютер, здесь забита моя почта. Заменим сейчас на адрес Тихомировой. Тихомирова. Четырку мы уже не пишем, а пароль у всех одинаковый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Войти. Для того, чтобы проверить, что это действительно Тихомирова, придуман такой способ. Надо ввести свой телефон. Я введу пока свой. И мне на мой телефон должна прийти смс-ка с указанием пароля, который я сюда, код подтверждения, который я потом сюда введу. Ждем звонка. Пришло сообщение. Открываю сообщение. Ваш проверочный код 435 751. Естественно, коды каждый раз меняются. Продолжить. Тихомирова. И опять меня спрашивают пароль. Такой простой пароль, конечно, вызывает всегда подозрения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Войти. Вошли. Ну и естественно, теперь хотелось бы поменять пароль. Попробуем сделать это. Здесь есть три письма, с которыми надо ознакомиться. Полезные советы. И сюда мы войдем в пункт настройки. Офлайн можно всегда начинать с того, что устраивать всякие темы для просмотра и для привязки к географической местности. Надо указать город, а не там про погоду говорить. Нижний Новгород. Каждый раз у вас будет готовая сводка погоды. И нас переводят сюда. Здесь очень неудобно, плохо все видно. Вот сюда на руку, в аккаунт надо пойти. Не то, что надо. Мы вот здесь хотим изменить пароль. И вводим измененный пароль, который будет звучать так. Сейчас у нас стоит русский шрифт. Надо его поменять на английский. И глядя на русские буквы, будем набирать А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. 8 символов. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Ж, З. 8 символов. Ах, нет, тут текущий пароль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Теперь у нас пароль изменен. И попробуем проделать то же самое. Войти в почту. Ну, поскольку у нас теперь Тихомирова была в этом компьютере, то и сразу производится ввод. Это вот как раз пример того, как надо аккуратно выходить с компьютера в компьютерном классе, предположим.
Тихомирова кончила работу, ушла, следующий человек садится и сразу попадает в ее аккаунт. И может делать здесь что угодно, прочитать личную переписку и так далее. Поэтому, если вы закончили работать, нажмите на свой аккаунт и нажмите на «Выйти». Тогда ваш аккаунт будет сброшен.